О, привет, кого мы видим? Это же Миксель, 7-й серии. Смотри-ка, все Максы сегодня пришли сюда. Да-да-да, мы все сегодня пришли сюда, чтобы посмотреть на ваш микс, который сегодня произойдет с пожарниками. Да-да-да. Да тем более, лето еще на дворе, пожар может возникнуть в любой момент, и нам нужен обязательный пожарник Макс. Да, сейчас они подойдут, все трое сюда, и мы все будем наблюдать, как все произойдет, и появится Макс-пожарник. Это будет очень интересно. А вон они уже идут, я их вижу. Вон идет эта легендарная троица пожарников. Вон они. Всем привет, очень рад всех видеть. О, сразу столько Максов пришло посмотреть на нас, даже мне самому интересно. Что-то я не вижу вашего третьего пожарника. А вон же он летит, взгляните на небо. А вот и третий наш друг. Ну что, все три пожарника на месте. Сейчас получится Макс. И это будет третий Макс из 8-й серии. Последний наш Макс. Итак, давайте станем в круг, а пусть ребята будут в центре круга, чтобы было всем все видно, и мы будем наблюдать за этим. Так что давайте, друзья, шире в круг. Да-да-да, пират, ты это хорошо придумал. Шире в круг, ребят, шире в круг, шире в круг. Да-да-да, встанем все пошире, встанем все пошире. Я тоже когда-то из троих получился вот в такого мощного Макса. Это сейчас вам, ребята, предстоит. Так что давайте, микс. Итак, я включаю музыку, и все дружно. Микс. Всем привет, я Макс Пожарный. Да, я тоже Макс, такой же, как вы. Я очень рад вас всех видеть. Ну, здравствуй, здравствуй. Просто мы ожидали как-то большого увидеть Макса. Макс же все-таки должен, наверное, быть такой же большой, как мы. Ты что-то немножко маленьковатый. Или мне просто так кажется? Не, для Макса что-то он слишком маленький какой-то. Мне так кажется тоже. Слушай, ну это 8-я серия вообще какая-то прикольная. Да, а этот маленький вообще не прохож. Неужели это Макс? Мне тоже кажется, это не Макс. Не может же быть он таким маленьким. Ну да, сейчас посмотрим, может что-нибудь он покажет такое интересное. Не знаю, посмотрим. Зря вы так обо мне думаете. Это я вот так вот превращаюсь. Вот таким я становлюсь, когда мне срочно нужно ехать по вызову. А когда я просто отдыхаю, сейчас я вам покажу, какой я на самом деле. А также я вам покажу, какой я в боевом состоянии при каких-нибудь пожарных действиях. Вы увидите, каким я становлюсь мощным. Смотрите, раз, два. Ну а теперь, как я вам, посмотрите. Вот какой я, Макс Пожарный. Вот такой вот я зубастый, Макс Пожарный. Если у нас есть вызов, я через 3 минуты уже на точке пожара. И через минуту этого пожара уже нет. Хотите спросить, почему? Ну спросите. Ну и почему? Скажи, интересно, почему? А тут спереди посмотрите, со скольки мест у меня вытекает вода под большим давлением. Столько воды, вы даже не представляете, сколько с меня выливается одновременно. Потому что у меня сзади кран, где постоянно вода. Его нужно крутить влево и вправо. И чем сильнее его открываешь, тем сильнее давление воды. Сейчас я вам покажу этот кранчик. Вот он, этот кранчик. От его поворота и зависит давление воды. Так что ни один пожар не может передо мной устоять. А если даже этого мало, то у меня есть самое основное средство. И сейчас я вам представлю его. Ну, интересно будет посмотреть, что еще интересного у тебя есть. Да, действительно, ты Макс. А мне нравится, что ты как трансформер, раз и превратился как в автомобиль, и на большой скорости помчался сразу на пожар. Это мне очень нравится. Очень рад, что теперь в нашем Миксополисе есть Макс-пожарник. Да, действительно, настоящий пожарник. Что-то жарко очень, воды бы глоток. Так пить охота что-то. Ой, так пересохло у меня во рту. Конечно, пересохло. У тебя же во рту огонь. Ну и что теперь? Что так смешно? Но пить-то все равно охота. Итак, закручиваем посильнее. Вентиль. Вот. Давление воды усилено. Все, я готов. Давление на самой последней точке. Итак, смотрите, что теперь произойдет. Смотрите, у него из хвоста выливается вода под большим давлением. Ой, я так и знал, что водичка будет. Спасибо тебе, пожарник. Это настоящий ливень, это ливень, настоящий ливень. Ой, да не ливень, это как душ. Ой, жалко, я с собой мыло не взял, а то бы сейчас помылся. Да, это настоящий дождь. Классно. Столько воды я никогда не видел. Со всех сторон одна вода. Настоящий Макс Пожарник. Да, вода со всех сторон. Ты действительно мастер. Ты действительно Макс Пожарник.
Все, хватит, хватит, прекращай. Да, со всех сторон вода. Ни один пожар перед тобой не устоит. Молодец, ты в нашей команде. Вот такой вот он у меня хвост. Волшебный хвост. Ну вот видели, сколько воды? Так что я вам точно говорю, ни один пожар передо мной не устоит. Вот так вот, дорогие мои. А вы маленький-маленький. Ничего не маленький. Маленький, да удаленький. Вот такой я пожарный Макс. Ну вот, друзья, это последний миксель Макс из 8 серии. Теперь будем ждать 9 серию. Ну, в принципе, хороший пожарник. И очень интересно, да, как он становится машинкой. Это вообще интересно. Раз, раз, колеса здесь поворачиваются. Как трансформер. И стал машинкой. Здесь тоже точно так же. Все аккуратненько переворачивается. Раз, раз, и пожалуйста. Это уже пожарная машина. Совсем не похожая на микселя. Глазки повернули. Посмотрите. Вот такая вот пожарная машина. И что удобно? Лестница и поливает, и по ней можно хоть куда забраться. Даже к пирату за золотом. И забрать у него золото. Чук-чук-чук-чук. Очень удобно. И самое интересное. Крутим вентиль. Чук-чук-чук-чук-чук. И смотрите, появляется вода. Ой, вода полилась. И очень много воды. Вот так вот он поливает водой наш миксель. Всем пока, друзья. До новых встреч. Ждем вас в Потапе. Смотрите, подписывайтесь. Мы всегда будем вам рады.